В Московской области стартовал второй этап регионального конкурса театральных коллективов. Из полусотни заявок отобрали всего 24 команды. Среди них коллектив из Люберец. Как юные актеры соревнуются в мастерстве импровизации, наблюдали мои коллеги. Находчивость, смелость, юмор и, конечно, мастерство актера. Все это пригодится участникам молодежного конкурса «Театральный поединок». Учащиеся актерских курсов и творческих студий Московской области совершенствуют свое мастерство в игровой форме. Единственный представитель Люберец – творческий коллектив детской музыкальной школы номер 2 «Театральный экспресс». На текущем этапе идет отбор участников внутри команды. Было, конечно, сложно выбрать вот всех, кого хотелось бы взять, потому что ограничение есть 10 человек, нужно две команды 5 на 5, но ребята молодцы, все стараются, им нравится заниматься. В этом году конкурсная часть состязания проходит в одном из самых сложных актерских форматов – в жанре импровизации. Забавные вопросы и необычные ситуации актерам задают и ведущие, и зрители. В рамках образовательной части театрального поединка мастер-классы для юных талантов провел актер театра и кино Михаил Грищенко. Мы получали огромное удовольствие от того, что мы импровизировали и придумывали все из ничего, делали что-то. Потом разные этюды, придумывали ситуации, кто, где и что происходит. И разыгрывали эти в определенных обстоятельствах. Представить, если это не очки, то что это? Допустим, складной телефон. Алло, здравствуйте. Вот такие дела. По итогам 5 конкурсных раундов с отрывом всего в полбалла победила команда 3+2. Именно они будут представлять люберцев в финале театрального поединка. Но в выигрыше остались все участники. Тренинги по актерскому мастерству и импровизации важны не только для тех, кто в будущем выйдет на театральные подмостки. Мне кажется, что это очень важно. Это помогает детям открыться. Ведь часто мы что-то не делаем из-за страха. Боимся, что нас не так посмотрят, не так скажут про нас. А вот весь импровизационный баттл, театральный поединок, это очень сильно помогает развить. Вот эту смелость не бояться самого себя. Это очень важно. Организаторы конкурса продолжат отборочный этап в других округах Подмосковья, но обещают приезжать с мастер-классами и с нетерпением ждут команду из Люберец в финале театрального поединка. Ирина Попова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.